Добро пожаловать в новый выпуск, хотелось бы сказать, канала в одной каше, но нет. Это наш новый канал, вторая серия, связанная с уличной фотографией. И сегодня, по прошлым комментариям, я понял, что вы хотите, чтобы мы снимали в более людных местах. А более людные места – это площадь Советов рядом с БГУ. Вот, то есть там, где есть люди, там, где много людей, в частности, молодежь. Поэтому сегодня мы здесь, не знаю, посмотрим, как они отреагируют на то, что мы будем их фотографировать. Ну и пожелайте нам приятного просмотра. Я думаю, что у всех настроение хорошее. Наливайте кружечку чая и погнали. Ну вот, друзья, снова мы со своим другом. И сегодня мы находимся на площади Советов, еще раз повторюсь. Парковка забита вся вообще полностью. Тут нет свободного места. Надеюсь, что сегодня здесь людей будет много. И такое впечатление, что сегодня, скорее всего, в театре что-то идет. То есть, ну, очень много машин. Ну, а сейчас пока мы сначала осмотримся, пройдемся, и я включусь. Немножко осмотрелся. Здесь парнишка есть, вот, катает. Я не знаю, вообще долго будет здесь катать или нет. Если он отсюда уезжает, то, конечно, это печально. Если он сюда вернется, то было бы, конечно, здорово, если бы он сюда вернулся, потому что можно было бы сделать клевые, прикольные кадры. Угу. Пока ничего нет, все отвернуты, по сути. Никого не видно. Хотелось бы, конечно, поймать кого-нибудь такого, более веселого, который какую-нибудь динамику, ну, что-то такое, типа, знаешь, что-нибудь прикольное. Девчонки не видят ничего. Никто не обращает внимания. Я на YouTube снимаю уличные фотографии. А как одет? Вот там, да? Ну, естественно. Сейчас тебе покажу. Ой, ты какая серьезная. Какая серьезная идет. Смотри. Не, можно тут, пожалуйста. Ну, понятно. Не, я самый лучший кадр оставляю. Если вот. Но если хочешь, я тебя отдельно сфотаю, скину тебе фотку. Это платно? Нет, это бесплатно. Я снимаю на YouTube. Ты его тут можешь помахать. А, да? Да. Это выложите, да? Естественно. А какой канал? Можно канал? Ну, давай. По-английски можешь набрать. Можно еще раз. Ага, давай. Сейчас пониже, пониже. Я не знаю, он еще отображается или, надеюсь, он отображается. Потому что я его создал вот буквально вчера. Ну и вот, да. Кстати, канал. Вот он, да. А, все. Да. Давай. До давай. Ну вот, новый подписчик. Слушайте, очень проблемно, потому что этот канал не светится он в поиске пока что. Видимо, как серьезная девушка прошла. Говорит, можно меня не выкладывать? Ну вот не знаю, показывать вам эту фотку или нет. Ой, блин. Пока ни одного удачного такого прям интересного кадра пока не было, ребят. Знаете, что я еще понял? То, что я нахожусь на такой открытой территории. Территория очень открытая, в плане того, что меня очень видно, то, что стоит чел с огромной камерой и что-то снимает. То есть, и это людей отпугивает. Они начинают прятаться, скрываться, то есть, как-то так. Вот сейчас там вот пара сидит. Они только что так клево обнимались. А я этот момент пропустил. Я просохатил этот момент. Я не понимаю, что они делают. Они не хотят сюда смотреть никак и до сих пор меня не видят. Было бы очень классно, если бы они меня заметили. Но, увы, пока меня не видно. Диафрагма открыта, 2,8, вот. Ура, он обнял ее. Очень круто. Сейчас подойду к ним, покажу им фоточку. У вас очень красивая фотография получилась. Спасибо.
Я снимаю на YouTube, я вхожу, снимаю уличные фотографии. У меня тут очень много клевых фоток, усилий обнимались. Я могу вам бесплатно ее скинуть, если вы просто подпишетесь, я вам сброшу. Да. Есть такой? Ну, да, вот он, да. Хорошего дня. Спасибо. Первые есть, красивые, сфотанные. Не знаю, кого бы нам еще найти, непонятно. Нам бы еще каких-нибудь парочек. Самое что прикольное, у меня нет, пока что в поиске не бьется. И получается, приходится людям просить, чтобы они подписывались на Telegram, а потом с Телеграма переходили на, получается, на YouTube. Вот, как-то так. А вот тут, где я сейчас стою, очень круто летом. Здесь летом BMX-еры и ребята на скейтах прыгают, скачут. И динамика здесь нереально крутая. То есть здесь будет что поснимать летом. А также очень хороший момент. Я вот подумал, что было бы клево, если бы была такая возможность, как только потеплеет и откроются парки, где люди будут кататься на аттракционах. Мы их тоже задействуем, и будет очень круто. Там идут люди. Их можно тоже снять. Могу фоточку скинуть вам. Она очень крутая получилась. Очень красивый портрет у девушки. Не знаю, она убежала. Они захотели, видимо, фотографию забирать. Но портрет получился очень крутой. Если вдруг она где-нибудь узнает в подписках на YouTube-канале или где-нибудь еще, она обязательно заберет свой портрет. Он получился очень красивый. Она даже помахала. Ребят, махайте чаще просто в камеру, когда видите, что кто-то что-то фотоет. Ну, это чтобы вы понимали, насколько тут много народу. Вообще просто встать негде. Я чудом запарковался здесь. Девушки фотографируются. Ну-ка. Щелкнем кадр. О, здравствуйте. Да, я снимаю вот на YouTube уличные фотографии, хожу людей фото, могу вас сфотать уже бесплатно. Бесплатно. Девчонки. Погода, да, шикарная. Шикарно. Хоть вообще было бы шикарно, если бы, наверное, вон туда отстала, как-нибудь облокотилась и на меня посмотрела. Было бы клёво. Давай так. Да? Отлично. Отлично. Стой так. Сейчас делаем сейчас красоту. Скажу, кто это Сарайского гарнизона «Сосновый бор», Ольга Рыскова. Да? Угу. Мы только что с концерта. Очень классно. А можешь как-нибудь немножко облокотиться? Да. Чуть-чуть сюда. Вот, шикарно. Еще разочек на меня. Теперь не на меня, туда взглядом. Молодец. Это не ходовая сторона. Не та, давай ходовую сторону. Еще разок. Очень красиво. Молодец. Губы шепчут, а любят. Дали мои печати. Да, и уйди. У тебя очень классная шубка. Давай тебя здесь сфотаем. Давай как-нибудь это вот встанешь, как-нибудь, знаешь, шубку так немножечко закроешь, как будто на улице все-таки еще не лето, такая немножечко такая, как будто немножко холодно. Ага. Еще разочек. Ага, молодец. Аватарку поменяешь. Да, я вас. Красота. Ну и еще разочек, еще один кадр. Давай. Давай. Давай добавим. Вот так встреча. Шел мимо, снимал. Ага. Да, клево, отлично. Ага. Сюда еще разок. И еще раз. Сильно назад закидываешься. Ага. Офигеть! Вот мастер-то, а! Женя, где брать фотографии? Ну вот давайте щелкнемся, ладно. Вы у меня все равно вот на Ютубе можете привет передать. О, привет! Да. Бурятия! Бурятия!
Удачного дня. Да, хорошо, вам тоже дня. До свидания. Кого бы еще щелкнуть? Вон там дети прыгают. Ну, блин, далеко, далеко. На солнце, кстати, очень тепло. Заходишь, только заходишь в тенек, и становится холодно. Вам, наверное, не видно, но там впереди. Хотел снять вам там три дедушка и два бабушки. Две бабушки и дедушка сидят. Было бы очень красиво. Такой, знаете, весенний такой снимок был бы теплый. Но, увы, они очень далеко. Конечно, можно подойти поближе, наверное, мы так и сделаем. Мне единственное, мне не нравится знак красный там над ними. Он будет выбиваться. Он будет выбиваться. Девчонки идут. Очень красивые. Должны идти. Угу. Еще разочек сейчас щелкнем. Управлялись. Опа! Отлично. Очень красиво. Ой, студенты пошли. Ой, все, можно ловить. Целая куча студентов идет. Красивых. Опа! Блин, вот именно в моменте, когда был дым, фокус не поймался. Сейчас. Есть. Все, давайте вас двоих щелкну. А то ты у меня одна получилась. Еще разок и еще раз. Блин, топовые. Фотку сможете у меня бесплатно забрать потом. Да? Да. Готовы? Еще разок. Есть, топ. Да, а? В Телеграме у меня можешь забрать фотку. Смотри. Он у меня только развивается, у меня другой есть, но именно с фотографией американка, чтобы монетизация была. Вот и там фоточки. Да, она пишет. Здравствуйте. Я профессиональный фотограф города Лондон. А мы это? Это вот там. Это вот там. Кто-то попадается, который по городам будет фотографировать? Ну, конечно. Он уже нашел. Что, давайте я вас тогда всех в банде сфотаю. Заберете фоточку. Я вам всем скину. Это вы откуда идете? Грамота у вас. Так, готовы? Улыбочку. Еще разок. И еще раз. Отлично. Кадр один сделаем. Сесть не боитесь? Кого? Сесть не боитесь? Давай присядем сюда на краешек, чтобы мы это как-то это... О, все. Давно вместе? Полгода завтра будет. Полгода будет? Знаешь, как сделай? Сядь за ней. Можешь рюкзак снять, чтобы ему не мешал? Вот сюда вот рядышком пока положи. Угу. Вот сюда вот садись, ногу вон туда закидывай, сам садись. Да. Вот так. Все, отлично. Знаешь, как надо сделать? Этой рукой. Возьми его за руку. Возьми его за руку. Все. Вот так. Все, отлично. Все, и на меня сюда посмотрите. Угу. Сейчас друг с другом немножечко так, друг к другу чуть-чуть. Вот так вот отлично. Вы покрасила. У вас там клевые фотки так-то. Ну я вам скину, посмотрите там потом. Скачаете, да, не за что. Мне вот то же самое в комментариях всегда пишут, типа интересно, клево. Многие своих знакомых узнают, что не все подходят вот так. Ага. Многие такие, оп, увидят, у них фотка крутая, а они убегают. И ты такой думаешь, а ладно. Ну потом себя находят, узнают. Да, хорошо, счастливо. Со студентами очень круто работать. Они все открытые, они всегда такие готовы и улыбнуться, и подбежать, и узнать, куда, чего и как. Справа сидят девчонки, парень с девушкой. Очень колоритные, интересные. Но проблема в том, что на них светит солнце не очень красиво, вообще не очень красиво. Но я их хочу сфотать. Они очень крутые. Вот они. Поближе.
Да, я их поймал. Класс. Клевые ребята. Сейчас им тоже фоточку предложим. Давайте, фоточки бесплатные сегодня, поэтому давайте еще один кадр. Да, какой-нибудь такой веселый. Ну как, вы пара же, да? А, нифига, у вас крутая фотка. Можешь в Телеграм подписаться, я тебе отдам фотографию бесплатно. Давай. У меня YouTube-канал. Снимаю уличные фотографии, снимаю людей по городу, по республике. Да? Я давно ищу людей на YouTube, которые у нас снимают. И вот я нашел вас. Человек рад. Он нашел блогеров местных. Еще до кучи. Сколько? Уже 10 человек, наверное, подписалось. И это кайф. На Телеграм. Ну и, соответственно, на YouTube подпишутся, когда серия выйдет. По-любому. Это успех. Чем больше мы людей охватим в городе, тем прикольнее. Собрать бы 10 тысяч за ближайшее время подписчиков, мне кажется, можно было бы уже потом мутить что-нибудь прям интересное и веселое. Ребенок скачет. Сегодня фото бесплатно, профессиональный фотограф. Хожу по улице, снимаю на YouTube людей. Хотите сфотаться? Фоточку бесплатно вам подарим. Давай, опа! Рано. Пойдемте в тенечек. Чтобы сильно не щуриться. Мама. Гиперактивная? Да. Так можно ее наоборот завлечь как-нибудь. Она вот бегает, веселая. Здравствуйте. Сейчас сделаем вам клевую фоточку. Вы ее сюда позовите, пусть она на меня побежит. На, жвачку. У нее уже крутая фотка, но она бы сюда побежала, бы вообще было бы круто. Вот такая фоточка есть одна. Ух ты, класс. Да. Шикардос. Но она бы всегда побежала веселая такая какая-нибудь, вообще было бы круто. Мама специально ее гонит по кругу. На. Не, у вас есть клевая фотка. Сейчас, во. Во, вот это кайф. О. У нее есть вот такая фоточка. Она тоже клевая, в принципе. Классно стоит. Что-то губку поджал. Тут она бежит. Тут вы ее прогоняли. И вот такая вот. Сейчас заново. А, вот. Моменты вот такие вот. Мы там с тортом играем дома. То есть я не снимаю на банкетах. Банкеты я уже давно не снимаю. Я снимаю дома. То есть они с тортом играют, малыши там. Ну, там клевые фотографии у них получаются. Там. Класс, обалдеть! Да. Вообще. Да. Я вижу, сидит очень красивая пара. Сидят, что-то болтают, разговаривают. Они как раз в таком в тенечке. Будет очень красиво, если мы щелкнем. Получится клево. Здравствуйте. Извините, что мешаю. Я вас только что сфоткал, очень красиво. Я могу фоточку бесплатно дать. Я снимаю на YouTube. Я хожу, снимаю людей нашего города. И вы у меня очень красиво получились. Вы сидите вдвоем, так это рядышком, так друг к другу так прислонились логикой. Я могу вам эту фотку подарить. Все, что надо, просто в Телеграм зайти, я вам ее сброшу. Давайте сойдем. Всего хорошего дня вам. Вот впереди пара сидит. Закончить на ней, что ли? Финалочку на ней снять. Вообще, на самом деле, если вы думаете, что 200 миллиметров, это я прям очень далеко фотографирую, то нет. На самом деле, не так уж и далеко я нахожусь, когда фотографирую на 200 миллиметров. Фоточку дать бесплатно, очень крутые получились. Пойдемте в тенечек, покажу вам фоточку. Может, давай выложим? Ну, просто стесняется, в принципе. Зря. Потом хорошо, все, хорошего дня. Ладно, я подумаю. Лучше выложите, говорит.